Господь накидывает тебе пазлы, а ты должен понять, что с ними делать, куда их поставить, и это твоя миссия, это твоя единственная работа. Все 100 пазлов важны, и ты должен понять, как из этих 100 пазлов составить идеальную картину твоего успеха. Будьте аккуратны, куда вы эти пазлы ставите. И если вам Бог накидывает пазлы, вы не можете их не ставить. Вы обязаны их ставить туда или сюда. Вот почему, когда вы не делаете то, что Бог вам говорит, вы обрекаете себя, вы создаете свой неуспех, ваш неуспех создаете вы сами. Но когда вы, полностью доверяя Богу, может быть, вы не понимаете, может быть, у вас даже присутствуют сомнения, но вы доверяете Богу, что если Бог накидывает вам пазлы, и есть только одно место, куда вы их можете поставить, вы их ставите, вы делаете, и получается красота.